В конкурсе «Акынов», который проходил 4 месяца, приняли участие 20 команд из 17 областей и 3 городов. Участники из Атырауского региона стали победителями. Они передали главный приз «Домбру» областному историко-краеведческому музею. На церемонии вручения уникальной «Домбры», инкрустированной драгоценными камнями, приехали специальные гости из других регионов. Цель – развитие казахского национального искусства, говорят организаторы. Особенностью этого проекта было то, что ранее в Айтысах выступали около 10 акынов. В этот раз в соревнованиях 60 участников. В финале встретились акыны Жамбылской и Атырауской области. Стоит отметить, что это 75-я домбра, выставленная в музее, начиная с 1975 года. Команда капитан Шалкарбай бауырымыз Ізбасаров Шалкарбай. Так как на нас народ возложил большие надежды, мы постарались их оправдать. Мы сделали все возможное, чтобы одержать победу. Это наша первая победа. Сохранение национального искусства – общая задача для нас с вами.